В минувшие выходные городские школы принимали своих выпускников прошлых лет. Это повод увидеться с учителями и одноклассниками, с людьми, рядом с которыми прошли детство и юность. Старейшая школа первая также встречала своих бывших учеников. Репортаж Андрея Симоненко. Фойе школы – фотографии разных лет. На них мальчишки и девчонки, юноши и девушки. В школьной форме или одетые по моде тех поколений. Васин, Прохода, Иванова, Никитин, Ивницкий, Маликова. Детство – это когда все происходит в первый раз. Многое сейчас во взрослой жизни вспоминается как нечто забавное. Например, первый побег с уроков. Это было в 4 классе, причем это было в первую учебную неделю. Это был массовый побег всего класса. Ну, понятно, что мы потом за это дело получили от классного руководителя. Но, тем не менее, сейчас это уже вспоминается с определенной такой улыбкой, скажем так. Первой школе уже 58 лет. В этот день часть первого выпуска 1969 года была в зале. О школе остались только теплые, замечательные, хорошие воспоминания. Я лично очень рада, что я проучилась в этой школе. И нам так повезло, вот наш выпуск, это мы вот трое с 1 по 10 класс учились. Вы знаете, это как здорово. И дело в том, что нас учителя, ну как бы нам повезло. Первая учительница с 1 по 4 учила, Речеткина Зоя Семеновна, прям, как говорится, с 1 по 4 класс полностью. И с 5 по 10 класс тоже была одна классная руководительница, Любушина Маргарита Александровна. И все остальные учителя по каждому предмету, никто не менялся. Вот вы знаете, как интересно и как хорошо, и до того у нас сплоченный класс. И мало чем школьники 60-х годов отличались от сегодняшних. Учились и отдыхали, искали развлечения, ну и хулиганили маленько. Как и все. Такого не бывало, чтобы не хулиганили. Обязательно должно было быть. У нас есть 5 геймов. Ну мы же ребятишки. И от этого никуда не денешься. Дружно жили, занимались спортом. Вот. Ну, вообще очень дружный, хороший был класс. Учителей любили своих, заслуженные все были учителя хорошие. Весело жили, школа, детство, это же здорово. В этот день вспоминали школьную жизнь, участвовали в викторине, пели, разыгрывали сценки. В общем, окунулись в ту жизнь, которую сейчас взрослые считают беззаботной. Андрей Симоненко, Эдуард Захаров, программа «Время местное».